Всех приветствую, на связи Вальдемар. Сегодня у нас эвакуация ретро-автомобиля Mercedes 1959 года. Также мы заедем в компанию Тинитолкай, посмотрим, что с нашим горе-грузовым эвакуатором. Ну а перед этим заскочим, кому интересно, фермер, инстаблогер Женька. Посмотрим его сад и огород, а еду я у него забрать фонарь для съемок в подземном паркинге, чтобы наш Мерседес в картинке был намного ярче. Так живут блогеры-фермеры. Баня, бассейном, там основной дом. Здорово. Пойдем посмотрим. Помидоры. Помидорчики. Какие самые вкусные? Первый и самый вкусный чай. Да, попробуй. Изумрудная груша. Я ничего не брала. Достойно. Нормально, да? Да, помочь вкусно. Вот первый. Все-таки парничок очень хороший, во-первых. Подвязываю, они сами друг друга держат. Как говорят бабушки, значит, не говорили. Огурцы сожрал, что ли, все? Или ради контента пришлось, да? А это что, домашний помидор? Типа черри? О, святая святых, бля. Смотрите, сколько здесь разновидностей. А черные помидоры это особый сорт? Да. На вот эти убогие, ну, некрасивые. Вот эти? Ага. Ну, смотря какой. Вот есть такая странная вещь, девочкины и девочка. Вот они очень вкусные. Здесь это полосатый кабан. Смотрите, вот там внутри на стаканчике. 70 сортов у меня, так что... И прям со мной сладкие. О, виноград. Да? Это дикий? Нет. Ну, может, что-нибудь добавить. Ну, что, как удобно, только это, подушечка наверх. Похоже на релакс. Заходит. Нормально. А гриль? Вот. Лучше все-таки, да, чем мангел? Но он на помягче. Нет, он крутит вверх-вниз. Так, шик, и штучку может крутить. И поднимать угли. Можно продать кому-нибудь это место? Да куда мне? Без документов. В Авито кинуть, сказать, продаю без документов. Да,
Ну что, набили живот вкусными овощами, поедем дальше в тени Толкай. Вон Алешка нас ждет на остановке. Оперативно собрался. Быстрый выезд. Все, нормально? Огонь. Поехали? Чали. Приехали в тени Толкай. Пойдем посмотрим, что у нас там происходит. Чего новенького прикрутили, а может вообще ничего не прикрутили. Ну что, радостного мало. Ничего не поменялось. 15 числа были последний раз. Нам обещали отыскать свой храм в течение 3-4 дней. Сегодня у нас уже 27 июля 2020 год. Грусть и печаль, конечно. Даже не знаю, что делать. В цеху появляются все новые и новые бедолаги. По поводу своей ситуации я даже не знаю, как прокомментировать. А мы едем дальше спасать из подземного паркинга ретро Мерседес. Погнали. Погодка у нас испортилась, но в парке всегда тепло и сухо. Нам осталось ехать 5 минут. На жесткой сцепке, да, я тоже об этом подумаю сейчас. Не, нормально. Куда? Ниже нам? Здрасте. Здрасте. Рад вас видеть. За вас тоже. Нам налево. Вот, а, за, вот налево. За ним, да. Ну, видите, как все удачно. Единственный вопрос, как выжить. А вот если колеса на это заедут, это не страшно? Страшно. Страшно? Поломает. Поломает. Вон тот, наверное, под колпаком. Thank you.
Уже спасибо вам большое, на связи. Благодарю вас.
обещал вам, что будет интересно. Так что подписывайтесь. Неоклассицизм, Вася. Триумфальная арка. Кутузовский проспект. Вещь, бля. Mercedes-Benz W128 по прозвищу Pantone. Выпущено всего 3000 автомобилей. Выпускался с октября 56 года по октябрь 59 года. Именно в версии купе. Платье в тройном размере.